За доблесть и мужество. В Ульяновске открылась выставка, посвященная 85-летию советских медалей за отвагу и за боевые заслуги. В годы Великой Отечественной войны медалями награждали за проявленные в бою храбрость и мужество, а также за содействие успеху боевых действий. Экспозиция расскажет о подвигах ульяновцев, покажет их личные вещи и предметы воинского обмундирования. Мы какими-то такими предметами показываем историю, судьбы наших ульяновцев. Ну и важный момент, мы все-таки понимаем, что у нас возрастные категории очень маленькие, бывают дети. Мы решили, что все-таки такие страшные картинки не надо делать, но при этом показать определенные подвиги. Поэтому здесь нет вот таких вот страшных осколков, гильз или еще что-то, что-то может напугать. Нет, оно должно призвано рассказать действительно о подвигах. Познакомиться с экспонатами можно будет до 24 декабря в музее «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП».